вышел очередной рейтинг Минэкономразвития, который мы сегодня подробно должны рассмотреть, посмотреть, где у нас есть узкие места, над чем нам стоит поработать. И хотя вроде бы там наши показатели достаточно неплохие в этом рейтинге, но когда мы посмотрели, что там находится внутри, отдельно рассмотрели каждый показатель, который подвергался аналитике, нам есть над чем работать. Я думаю, что Марина Анатольевна подробно доложит сейчас об этих вещах, потому что если мы будем брать наше место среди всех субъектов Российской Федерации, у нас там есть и 44-е, и даже в шестом десятке мы находимся по ряду показателей, это все говорит о том, что сказать, что мы создали теплый, мягкий, благоприятный климат для ведения предпринимательской деятельности, ну, наверное, это не так. И когда мы начинаем какие-то вопросы рассматривать, ну, в общем-то, есть отвечающие за тот или иной показатель, которые пытаются показать, что все-таки это не так, как вот сегодня кто-то нас оценивает. Но когда по формальным признакам нас оценивает министерство, которое непосредственно отвечает за эти вещи, когда за это, вернее, когда по опросам предпринимательское сообщество по этому же вопросу нам ставит достаточно низкую оценку, и когда все это совпадает, то мы, наверное, должны сделать вывод о том, что наше понимание сегодня о жизни и реально то, что происходит на Земле, они не совпадают, коллеги.